То, что мы проиграли Азовмаш, я думаю, может быть, даже ментально где-то хорошо. Это, как я говорил после той игры, эта игра покажет, насколько мы ментально сильны, насколько мы физически хороши. И последняя игра с Азовмашем показала, что мы окей, что мы в порядке, и когда мы хотим, мы можем делать большие дела. Что ожидать? Южный более ровно, более так... Прошел этот сезон более стабильно, чем в отличие от нас. У нас, особенно в начале сезона, было таких провальных игр, и благодаря тем мы не заняли то место, которое мы надеялись перед сезоном. Да, ну, опять говорю, сейчас эти игры покажут, кто есть кто, насколько мы сильны, насколько мы готовы играть. Играть в финал, где уже не надо думать о том, что будет, просто не надо играть так, что... не щадя ни себя, ни соперника. И, честно, мало думаю, что из себя представляет сейчас Южный. Да, как я говорил уже все время, важный акцент – это наш баскетбол, который мы играем или нападение, или защиты. Соперник есть конкретные задачи на игру, есть, мы знаем игроков, знаем тренера хорошо. Да, и просто надо готовиться к игре, думать о своем баскетболе. Готовы все игроки, Ахерн вернулся, все игроки готовы, все хотят играть, все хотят показать, и все будут играть. В том числе от разлома? Конечно, все будут играть, все, видите, тренера, все, у нас все готовы выйти на поле. Это финал. Глупо, это изюминка сезона.